Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат мира. В турнире участвовали спортсмены с последствиями ДЦП. В финале украинская команда обыграла сборную Ирана, а перед этим победила россиян. За весь турнир украинцы забили 25 мячей, а пропустили всего 2. Эта победа для сборной не первая. До этого наши паралимпийцы становились чемпионами уже 4 раза.